Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре узбекская зеленая. Это тоже один из фаворитов моих. Давайте смотреть. Очень-очень плотная глина. Видите, и желтые разводы, и голубые. И зеленые, такие болотного цвета. Здесь вот прям ярко. Видите, видно, прям вот желтое все. Такая вот красавица. Вот так. Она вся в разводах. Не сильно марает руки. От больших кусков откусывать я вам ее не советую. Она очень плотная. Смотрите, какой кусочек. Тут вот прям хорошо видно, что голубая, и зеленая, и желтая. Ну что, давайте кусать. Залипает. Она мягче голубой узбечки. Если голубая узбечка, она вообще как камень, то это мягче, но тоже монолитная. Сорт чистый, не скрипит. По соли. Она соленая, но самая соленая — это голубая для меня. Она ближе к розовой. Соль чувствуется. Но она... придает такой пикантности вкусу. То есть она здесь не лишняя, так сказать. Она не прям как... Она не сильно пристает к зубам и к небу, она больше в такую тугую ириску, которая растворяется до конца. Да, как солененькая ириска. От небольших кусочков откусывается без проблем.
Этот кусочек малосоленый. Прям разительно отличается по соли. Вот видите, даже в зеленой узбечке встречаются сильно соленые, мало соленые. Но мне ни разу не попадалось пресных кусочков, сколько я заказывала. Если вот в этих кусочках соль, так сказать, на первом месте, то вот в этом кусочке она такая в послевкусии. И они по вкусу отличаются. Малосоленый кусочек. Вкус пыли. Вкус влажной земли. Не мокрый, а влажный. Есть небольшая нотка сырости. Но не болотный привкус. Такая приятная сырая земля. Соль чувствуется только в послевкусии. То есть при откусывании вы сначала чувствуете основной вкус. И еле-еле уловимая нотка извести. Ну, а теперь давайте соленый кусочек укусим. Сразу чувствуется соль, мокрая земля. Вкуса пыли здесь нет, но есть здесь яркий вкус сырости. Еще откусим от такого кусочка. Он тоже слабо соленый. Вот у слабо соленых кусочков есть вкус пыли. У соленых вкус сырости. В общем, кто любит узбечки? Кто любит солененькие сорта? Однозначно да. Главное преимущество – чистый сорт. Вот от всех кусочков откусила, ни один не скрипит. Понравился вот этот кусок слабосоленый. Кто не боится залипания, я не скажу, что она сильно липнет к зубам, но она в такую тугую ириску, которую обволакивает рот, но разжевывается и растворяется до конца. В общем, это мой фаворит, это мой любимый сорт. Однозначно рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.